Турецкая сладость джезерье. Для нее нам понадобится 400 грамм морковки, которую мы натрем на мелкой терке и поставим тушить на средний огонь. Для этого добавим полстакана воды и 1 стакан сахара. Необходимо часто помешивать до полного выпаривания жидкости. Это около 30 минут. Тем временем можно взять орехи, у меня миндаль, сложить их в пакет и пройтись по ним скалкой, в результате чего орех станет мелким, дробленым. После того, как жидкость выпарится, добавим еще 0,5 стакана воды. И опять протушиваем, помешивая до полного выпаривания жидкости. Морковь должна карамелизоваться и превратиться в липкую пасту. Чуть-чуть остынет, и мы добавим в нее орешек. Затем выложим липкую массу в формочки, либо просто скатаем шарики и поставим в холодильник примерно на 2-3 часа. Возьмем кокосовую стружку и обваляем каждый кусочек со всех сторон. Наслаждайтесь необычным и вкусным десертом!